Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в GTA 5 ровно с того момента, где мы остановились. То есть, кстати, тут очень классная система прицеливания, это прям как в Max Payne. Я думаю, кто играл в Max Payne, я думаю, помнит. А как нам присесть вот в этой позиции, а? Вот это вообще круто. Ой. Че, он жив? Жив? Нет? Вот тут еще один вылезет, а? Разрушаемость — это круто, всегда. Есть. Из какой двери-то выходит? Ой-ой-ой. Это что вообще такое, черт возьми? Нажми R1, чтобы... Так, подождите. О, у нас новое оружие. Че, погнали дальше, что ли? Если уровень здоровья упадет ниже 50, он постепенно восстановится до 50%. Так, гоним отсюда, вот, то есть нас что-то вообще. Кстати, где уровень здоровья? А, видимо, вот этот зелененький, как я понимаю. Ладно, полезли. Отсюда вот, тату. Вот тут салон тату. А, то есть вот. Приседать все-таки можно. Вот, мы как бы в приседе. А тут вот не в приседе. Ладно, погнали отсюда. Че случилось? А, там был байкер. Мать его за ногу. Я-то думал, что что-то не то. Даже не видел никакого байкера. Так, давайте гоним отсюда, гоним за байком. Нам его все-таки поймать надо. Так, полезли, давай, залазь. Через правую дверь, тут вот он не залазит, как в других играх серии. Так, ладно, погоним за байкером. Давай, гони, типок. Ой. Вот гад. Так, нам надо сесть на байк. Говорят, на байках тут какая-то странная физика. Управление. Ого. Чтобы повысить... А, вот уровень вождения. Ездите, типа, ну, почаще. Стойки на колесе делайте, приземление, все дела. Ну-ка. Ой. То есть, чтобы ездить на байке, надо еще уметь ездить на байке. Потому что надо качать, так сказать, скилл. Ну что ж, в целом круто. Очень круто. Погнали, друзья, погнали. О, на дыбы встали. Охренеть. Ух. Да. Как интересно стрелять, когда едешь. А, вот, понятно. То есть не так удобно, как я думал. Ну все, байк мы пригнали. Бро, а как он тут оказался? Быстрее нас. Черт возьми.
That's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp your motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Забавно, а? Мы не можем конфисковать имущество жмурика. А, я его, пожалуй, себе оставлю. Да, сделали. Так, ну что ж, на серебро мы выполнили задание. То есть это каждый раз говорят, насколько мы круты. Ага, зарегистрируйте в Rockstar Social Club. Да, конечно, зарегистрируемся. Эй, Мигас, давай, вали. Слушайте, какой-то вопросик. Давайте сгоняем к незнакомцу. Посмотрим, что это вообще за Ох ты, какая тачка. А, мы на ней уже ездили, да, по-моему? Ламар, дружбан, Стрейч выходит на свободу. Стрейч отсидел свое. Мы тебя звякнем. Стрейч какой-то вышел на свободу. Ламар у него стоит как собачка. То есть, смотрите, мы даже можем посмотреть. Черт возьми, забавно. Франклин, позволь скрасить мне твое одиночество. Это кто? Шмара, что ли, какая-то? Эй. Ну-ка. О, какая страшная. Тоня. Smoking? And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. Глаза красные, что-то наркоман какая-то. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, dude. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Tanisha, это его бывшая девушка. All right, shit, where we going? Так вот, это тачка какая-то. Ну, погнали. How did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Да, вот Rockstar писали в новостях, что они привлекали с улиц народ для озвучки, грубо говоря. Так, а что, мы не можем? Ух ты. Это полицейский как бы участок. Let's go bring the cha-ching, homie. Ну, поехали зарабатывать бабло. Это, по-моему, платная стоянка, нет? No parking. Эвакуатор служебный. Да, очень классный шип тут. Давай, давай. Погнали. Мы не там, правда, выехали. Вызывает 29-й. Это диспетчер. Прямо у нас брошенная автомобильная. Йоу, мы займемся. 10-9. Идет, это Тони и мой пацан Франклин. Мы подменяем Джейби. Понял, Тони. Машина развалюка, стоит там уже дней 7-10. Ржавое ядро, все должно пройти отлично. Фух, отодвинь сиденье назад, я все компенсирую. Я не об этом, Соня. Твою мать, что с тобой вообще такое? Доберитесь до брошенной. На. Музончик качает. Так, а как поменять-то радио? Вот, давай. Блин. Рок-радио. То есть рок-радио тут какой-то вообще не рок. Ну, может, годов так 80-х музон. Okay, так. Вот это, да, развалюха? Опустить крюк. Ну, давайте опустим. Ох ты, офигеть.
Теперь назад. А теперь поднимаем. Офигеть. Я по-моему, помню подобное. Вот с грузовиком было в GTA 2, когда... Да и, по-моему, в другой части. То есть там можно было прицеплять прицеп к машине. В GTA 3, по-моему, тоже. Говорят, крюк можно поднять, подождите. Во, слушайте. Круто. Забавный диалог. Погнали. Слушай, ну вот это разнообразие в игре. Если раньше GTA была какая-то скучная, то есть там достаточно скучные миссии были, а тут, ну, очень так, таки забавно. Давай, открывайся. Поставьте в указанной зоне. Опа, вот это уже сложнее будет. Как нам ее там оставить-то? Стоп, а как я вообще ее помещу в эту зону, которая помечена желтым, мать их? Можем поднять крюк, да? Ну вот, все. Давайте опускай. Напускаем. Или нет? О! А чё потеряли-то? Куда её Чёрт его возьми. Понятно, вон там помечено, куда надо. Мы что-то вообще не туда пошли. Сейчас мы её... Блин. Не работать мне. Грузчиком машин. Точнее, эвакуатором. Есть. Да, ну давайте вот тут, что ли, чё? Так, теперь удерживайте. Все, отпустили. Ну ладно. Чё ж с ней? Да, мы... Новый контакт, Тоня. Так, отлично, мы... Бонус за отцепление. Чё-то мы... Ни хрена не круто сделали все. А чё с ней, можно еще пообщаться? Нет? Ладно. Так, давайте пойдем пострижемся. Нам нужно тачку найти какую-нибудь. Ну вот стоит. Стоит простой автомобиль Приора. Ну не Приора. Ух ты, седан, Карин. Достаточно такой шустрый седан. Сейчас поищем, где у нас тут. Тут же у нас есть карта, да, я забыл. Карта. А вот она, парикмахерская. Давайте в парикмахерскую погоним. У-ху. Блин, проехал. О, песня прикольная. Боб Марли. Какой-то ремикс такой. Ужасный. А, это реклама, как я понял. Ух ты!
Мы даже выжили. Мать его. Так, ну давайте сделаем афро из стрижки. Из стрижки наголо. Так, ну давайте, чё? Сделать прическу, бороду, усы. Так, ну давайте, прически, что тут у них есть? Ага, тут нельзя вот, можно нарастить прическу. Причем на лысо стоит 20 баксов, а вот косички. Да, то есть разные прически. Безобразные причем. Ну, это вот нигерский район. Давайте сделаем афро. Что, она сейчас будет нам делать афро? Так, сейчас посмотрим. Ну, кстати, прикольно сделали. О, да, сделали такое. Небольшой афро бороды. Спартанец. Это Спарта. Черт возьми. Да, классно. Так, ну все, детка, давай. Пускай нас мы пошли. Серьезно, серьезно. Все, погнали дальше. Спасибо. Как-то он повзрослел даже. Че ты? Че ты сказал? На! Ух ты! Слушайте, мы попали в латинский район, нас сейчас тут... На! Это Спарта! На! Получите, нигеры! Еще, блин, мы их сейчас тут всех перебьем. Валим! Валим, валим, валим. Ой, боже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, спалит нас. Давай, 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 валим. Классно, вот это вообще здорово. Тачка? Ой-ой-ой, сейчас спалимся. О, полезли сюда-то? Я думаю, нас-то точно не найдут на лестничной площадке. Слушайте, вон там видно, как разбегаются людишки от ментов. Ладно, бежали, американский флаг. Так, а как выбирать-то все-таки вот так, да? Ай! Ой! Фух, чуть не убились. А, тут у нас где-то булочная, да? Нет? Вон она это. Булочная, интересно, можно ли в ней есть? Проверим. Здесь булочной нельзя. Так, ну чё, тип, ты чё-то сказал? На! Получи, тьмоед. Все, это Спарта, тип. Где тёлка-то была? Ладно, погнали в машину. Умеет ли взламывать? Так, у нас есть Франклин на F. F, F, F. Это кто вот на F у нас? Что за миссии? Наши, что ли, личные? Или это просто показывает, что дом? Ну, давайте зайдем в миссию, посмотрим. Go home. Дорогая, ну конечно я просто спасла жизнь мальчику. Ты даже не представляешь, как ты с этим справляешься.
Толстые негритянки. Я просто спросил, уже устала. Забавно. Но женщины знают мужик. Фрэнк, это твоя тетя? А, слава богу, я уже скучал. Эй, я же просто про твою тетю. Она же охрененная крутая. Пошли. Куда? Нам нужно забрать кое-какое добро за углом. Поговорим по ходу, нигер. И смотри, тут есть собаки. В GTA есть собаки. С тёпом. А где псина? Ух ты, псина. Не, даже зеленый ошейник под цвет шапочки. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Никаких гангстерских разборок. Просто будет выглядеть как гангстерская разборка. Садись за руль. Ну погнали, куда он нас пойдет? А песика-то куда? Так, что тут еще радио есть? Да, ретро FM. Ну что, куда едем-то? Так. Все-таки круто было, если перевели игру, но это уже будет не то. Это приносит нам доход, чувак. Блин, прикольный город, он удивителен, небольшой. Так, погнали, осталось совсем чуть. Мы даже ни разу не врезались, пока едем, я еще успевал читать. Как бикать? А, смотрите, он даже делает... Даже есть анимация бибиканье. То есть, делали колоссальную работу над игрой. Молодцы, то есть я думал, в маркетинг больше ушло там. Но нет. Эй, чувак, как дела? Ну-ка, чё за... Куда бежим-то? До машины, что ли? Мы же его не догоним, он на мотоцикле, боже. Погнали.
Я думаю, мы его догоним. Сука. Ой-ой-ой. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой, куда он? Фух, черт возьми, надо его догнать. Способность кончается. Боже, черт. В следующий раз думаю, какую брать машину, когда едем за чуваком, который на байке. Есть. А почему? Да я погиб. Мы же вроде его убивать поехали, нет? Почему странно? Я думал, что мы его должны как минимум задавить. Черт. Не удалось. Ну давайте еще раз. Ладно, хоть тут нет таких миссий, которые начинаются с самого начала. Ты ж как это было в других частях. Давай, гангстер, у нас все получится. Сраный фургон, а? He's a big black motherfucker, nigga. Your creeping days is over. Man, if he gone because you ain't in the zone with that special driver shit you do, I'm gonna be real upset, homie. Так, надо его как-то нам... То есть Франклин, особенно, что он хорошо ездит. О, боже, сейчас налево пойдет, да? Блин, мы его сейчас потеряем. По-любому. Чувак, мы с тобой гонимся за чуком на сраном мотоцикле. Как мы получим выкуп? По могиле звонить нельзя, иначе копы засигнут сигнал, и мы окажемся в дерьме. Так, нам надо доехать до его дома, видимо, где он. Ой. Переулок Симонтелли. Ух ты. Погнали. Он упал, что ли? Черт, его автобус сбил. Беги. Че, куда бежим-то? Давай, че, хватай его за задницу. Фас этого ублюдка. Ладно, погнали, побежали. Офигеть, тут много автобусов. То есть мы работаем, ищем выкупы. Даже для собачки место предусловлено. Так, бежим. Ну чё ж ты? Ух ты. Так, ну-ка, бежим. Ух ты. Бег повышает. Черт. Вы выдыхаетесь во время бега. Погнали. Давай же, псина, ну. Чё? Он запой, что ли? Фак, а? Чё нам? Куда? Куда? Выберите чопа, чтобы увидеть мир его глаз. А как выбрать-то, блин, я забыл уже, как выбирать. А, вот, вниз. А, то есть мы идем по запаху. Чё, мы только видим глазами, а вон же запах, мы видим.
А, мы вообще даже не играем за псину. То есть мы лишь смотрим. По-моему, вот этот вагон, как минимум. Или, подожди, тут два вагона, то есть вот они, два. Сейчас мы их обыщем и посмотрим, что там. По-моему, тут. Ну, как минимум два. Что, тут тоже нет? Тут что? Псина куда-то дальше пошла. И тут его нет. Офигеть. Ну давай, псина. Что, еще раз? Тут мы вообще не играем за собаку. То есть он сам играет. Пописил, пошел дальше. Так, подожди, что он делает? Черт, он... Слушай, ну, ради таких моментов стоит играть в GTA. Это, блин, забавно. Чем, давай, вы... Чем, ну, черт, мы не найдем того чувака. Чё бы можно дрессировать, выгрузив что-то там? Ну давайте сразу откроем вот последний, я думаю. Вот этот вагон, и он там окажется. Хотя чё бы что-то у другого делает. Он что, нашел что ли? Мне кажется, он нашел. Он тут, да? Ну давайте посмотрим. Блин, забавно, как минимум. О, у нас повысилась выносливость, да. Все. Я не хочу связываться с чемберлинскими клиентами.